Здравствуйте, мои дорогие! Население планеты десятилетиями борется с лишним весом, поэтому медики не устают искать способы облегчить этот процесс. Диетологи стоят на позиции, что похудеть можно, лишь придерживаясь режима питания и тренировок в спортзале. Панацеи не существует. Но, как удалось выяснить ученым совсем недавно, есть способ, который позволяет при тех же физических нагрузках сбросить в 5 раз больше. Эта уникальная методика называется функционально-образной тренировкой. Она учит фокусироваться на достижении своих целей, представляя то, каким будет ваше идеальное тело. Людей учат представлять четкие многосенсорные образы, которые выступают в качестве основной мотивации. Функционально-образные тренировки не только предотвращают срывы, но и помогают быстрее худеть. В новом исследовании ученых из Австралии приняли участие 141 человек. У каждого из них индекс массы тела превышал 25. Пациенты из группы, где практиковались функционально-образные тренировки, худели в 5 раз быстрее. Они потеряли 4,1 килограмма против 74 килограмма у добровольцев без образных тренировок за 14 дней диетического питания. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!